Да, пожалуй, вот единственное место такое вот внутри здания, где вот эти здания не угнетают. Они хоть и высотные, но как-то так расположены. Приятно. Что они как-то не давят, расположены как-то там они действительно не давящие, не навязчивые. Цветные такие, симпатичные. И пространство большое здесь. Вот. Нормально. Интересно. И машинами все не заставлено. Там есть ограничения. Вот целая большая площадка вокруг. На велосипедах тут можно ездить, смотрю. Пространство вокруг самой площадки тоже достаточно свободное. Машины как-то там локализованы в отдельных местах. Да, Тёмка, я здесь.